выраженный птоз верхних век, незначительные мишки нижних век. Птоз асимметричный, мы видим справа больше. Неделя после круговой блефаропластики, незначительный синяк локального характера справа. Мама родная, вау, у меня глаза открылись. Классно, сломан мои сыч. Да, зайчик, теперь вы на мир будете смотреть широко открытыми глазами. Да, это точно. Вот такими. Мне нравится. Значит, смотрите, это полуфабрикат на самом деле. Видите складки на верхних ветках, двойные? Не видите? Ну, в общем, к вечеру они уже уйдут в складку. То есть там будет, там вообще не будет складки. Это из-за стрипов. Я складки не вижу, я вижу, что у меня глаза открылись сверху. И они открытые, боже мой. Класс. Вы теперь смело можете работать снайпером. Они у вас будут открытыми. Вау. Спасибо вам большое, правда.